Вперед! Еще один день из жизни наемника! Случилось. Он зря вы... Хочешь принять очищение? Мне нужно. Тогда отправляй. Я хочу знать. Твой орел? Мой орел вырвет. Пощади, только не язык. Правда? Расскажи мне. Прошу, нет. О чем ты говоришь? Змеи!
Змеи. Они повсюду. Они кого-то. Один пациент был в бане, когда они А если я из... О, разумеется. Я очищу. Но? Я порубил этих скользких тварей на кусочки. Мои змейки! Что вы сделали с моими змейками? Они заползли в мои банки. Хорошие змеи, мертвые змеи. Ты заплатишь! Будь ты проклят! Ну? Что, ну? Я избавился от змей. Собственно, я ничего не знаю. Змеи, чтобы их. А, хоть имя узнал. Медон. Прошу, помогите ей. Пусть Асклепий из... Она умрет? Если боги не услышат. Я могу что-то сделать для тебя. Мне говорили о хозяйстве. Не трать время, жрец. Обсудим мои... Больных все больше. А лекарству надо... Что ты предлагаешь? Говорят, в окрестностях святилища бродит бык с белоснежным. Я трону твоему... Все жрецы поклялись Хрисис, что ничего не скажут. Но я служу богам и больным. Я приведу. Пошел. Белый бык. Я опоздал? Давай, вперед! Найду укрытие.
Вряд ли он умер по своей воле. Я заберу сердце. Хватит его. Но надо было пройти. Противно. Надеюсь, этого хватит. Если им нужен целый бык, пускай приходят сами. Ну, давай. Удалось найти быка. Я не смог привести зверь. Так, Асклепия не умилостивить. Зверь не хотел умирать. Прошу, Мистий. Белый бык принадлежал мне. Я кормлю половину Арголиды. Умоляю, болезнь убила моего мужа. У меня двое детей. Что с ними будет, если... Ничего. Ты убил быка. Выбирай. Я знаю, каково быть брошенным ребенком. Ты пожалеешь. Сложный выбор, мисть. Остальное в... Я сдержал слово. Спартанка, что... Вы знакомы? О ее появлении в святилище ходят легенды. Отрезал язык? Если он не с больными, значит... Спасибо. Эти люди...
Можешь осмотреться? Доброго дня! Хорошего тебе дня. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Yeah.
Их нет. Ты должно быть Мидон. Он не мой. Я знаю. Это дело рук. Я. Так он доказал. Зачем, Хрись? Мидон щедр. Пусть отвечает. Он может ответить только да или нет. Женщину из Сп... Говорят, с ней был... Ее дочь? Малышка была... Ты спас ее? Нет? Он сделал все, что... Ты знаешь, куда она... Все жрецы спят. Я не служанка. Вот как. Я понял, зачем... Когда моя мать принесла дочь, вы бросили ее умирать. Хрисис боялась, что ты проболтаешься. Все было не так. Откуда тебе знать? Ты слишком молода. Он часто рассказывал мне, пока не лишился голоса. Я не верю. Мертва. Она не могла умереть. Не знаю, что еще сказать. Тебе повезло, что она прожила так долго. Раны были очень тяжелыми. Моя дочка. Моя дочка. Послушай, мы ничего не можем для тебя сделать. Тебе лучше уйти. Молись, Гене. Мертвы. Они мертвы.
Он оплакивал участь этой спартанки, оказавшейся так далеко от дома, и ее дочь, покалеченную, чуть живую. Расскажи, прошу, я хочу знать. Даже Аполлон не спас бы дитя. Медон рассказывал, как плакала ее мать. Держала дочь на руках. Хрисис забрала и скрыла правду, лишив тебя голоса. Где Рядом есть алтарь. Люди приходят туда со... Люди ищут здесь исцеление. Моя мать напрасно доверилась вам. Тише, дитя. Да благословит Гера твою семью. Хрисис нужна мне, чтобы отыскать мать. Надо найти алтарь Аполлона Малиадского. Алтарь Аполлона Малиадского. Это статуя Аполлона у алтаря. Но в этот раз Хрисис увидит не беззащитное дитя. Все ясно. Предупреждение. Вы все умрете здесь! Что это за сила? Yeah!
Похоже, убийство это у вас семейное. О, хозяин орла. Не смей говорить про мой род, змея! Я помню, как твоя мать принесла сюда мое дитя. Жалкое, плачущее, слабое существо. Зная тогда, что у Мирин двое детей. Но теперь ты здесь. Вся семья в сборе. Моя мать поверила, что ребенок мертв. Он был мертв. О, как она рыдала, когда дитя затихло. Но я позаботилась о нем. Положила на алтарь. Молила всех богов о пощаде. Что ты сделала с моей сестрой? Я спасла. Научила страдать. Ты... Научила... Я убью тебя! Твоя мать визжала, как свинья на алтаре, моля богов о спасении. Речь не только о моей семье. Ты и твой культ хотите погубить Грецию! Твои руки в крови. Ты угрожаешь мне и смеешь говорить о страданиях? Это твое дитя? Он умирал. Хрисис велела сделать подношение Гере, чтобы его спасти. Хрисис подожгла храм, пока мы с ним были внутри. Хрисис служит Гере, выполняет ее волю. Разве так должно быть? Твой сын чуть не сгорел заживо. И ты его спас. Хвала богам за это. Все хорошо. Мама здесь. Не уверен, что стоило спасать дитя. Хрисис нужно остановить. Если верить словам Хрисис, моя мать думает, что сестра давно мертва. Нельзя отпускать Хрисис! Я убью ее! Тише, скажешь. На нас напали. Если твой муж остался... Я найду твоего мужа и разбойников. Давай, пошел! Когда ты спас дитя, я поняла, ты не бросишь человека в беде. Хрисис!
Убила его, чтобы заманить меня? Умереть от руки величайшей жрицы Геры – большая честь. Он не противился. Теперь в моем совете освободилось место. Ты еще можешь примкнуть к нам? Все кончено, Хрисис! Ты причинила моей семье много горя! Я отомщу тебе за сестру! Хорошо. Раз ты желаешь лишь сеять хаос, желаешь слыть убийцей, нападай, дитя! Ты мог бы примкнуть к нему. Могли бы править миром в ней. Отдай мне свою жизнь! Подлая змея! Я не твое дитя. Я найду мою мать, и мы снова будем вместе. Я все исправлю. Это за мою мать и все разрушенные тобою семьи. Thank you.
Вперед, Фобос! Давай. Иди в гавань. Тебя встретит человек по имени Варнава.
Мне повезло, я нашла тебя.